В конце года мы принимали программу в городском совете по физической культуре и спорту. Сразу было понимание того, что финансовых средств не хватит. Поэтому мы поставили данные расходы в приоритеты. Если появятся в следующем году средства, то они будут направлены в том числе вот на физическую культуру и спорт. Я считаю, что бонусом нам пришли в город 14 миллионов с краевого бюджета. И если сейчас будет решение о том, что мы миллион потратим на физическую культуру и спорт, я буду только рад этому. Куда эти деньги? Эти деньги прежде всего на проведение городских мероприятий, на проведение краевых, российских мероприятий, в том числе и на адаптивный спорт. Ну, то есть мы потратим это на развитие, на те средства, которые нам необходимы. Потому что, ну, к примеру, взять первенство края, по юношам, по дзюдо мы увезли 70 тысяч рублей. 5 видов спорта, как бы юноши, девушки и разные возраста, в том числе до взрослых. Я подсчитывал, примерно около 3,5-4 миллионов нужно на проведение спортивных мероприятий в Шоре. Это все-таки школа Олимпийского резерва, а не Дюк ФП там. Поэтому для того, чтобы мы показывали результаты, как от нас требует уровня чемпионата мира, чемпионата Европы, мы должны как бы спарринги проводить, мероприятия различные, сборы и соревнования. Нам это просто остро необходимо.